настоящий момент, как председатель комиссии, мы проводим, контролируем проведение доковой операции, которая происходит здесь, в бухте Разбойников, на одном из наших объектов ДВЦ «Дальрава». Вот, сегодня мы поднимаем очередную ТНТ. ТНТ – это танкер наливной, технологический. Ранее обеспечивал военные корабли, атомные военные корабли, с точки зрения выгрузки с них, ну, жидких радиоактивных водов, твердых радиоактивных водов для дальнейшего хранения. Вот он отработал свой срок. Впоследствии от него останется две небольшие блок-упаковки, которые будут здесь храниться в течение 70 лет до принятия дальнейшего решения, что с ними делать. Сегодняшняя операция, у нас следующие этапы. Первый этап – это подход буксиров, которые у нас два здесь буксира работают, и наш третий небольшой буксирчик. Вот, после этого отшвартовка нашего плавдока «Сакура» от места стоянки, вывод его на яму. После того, на яме его сделают растяжку на швартовной на 4 бочки. После растяжки буг этот принимает в себя балласт, притапливается. После этого буксиры возвращаются, забирают ТНТ-4 и ведут его к доку. Потом заводится док. Нам сегодня повезло, то, что у нас, ну, достаточно хорошая погода, а бывает более сложная погода, и мы долго мучимся, вот, раскантовку производя и заводку ее в док. После того, как завели в док, док всплывает, поднимая на себе этот корабль. Вес этого корабля около 3000 тонн. Вот он поднимает, принимает себе, потом вызывает буксиры. Буксиры снимают док со швартовых, переводят сюда, вот опять в бухту Разбойник. Здесь пришвартовывают его, потом притапливают док. И потом этот корабль при помощи судовозной системы выкатывается из дока и располагается на стапеле для дальнейшей утилизации. По счету это 10-я операция, сегодня, как бы можно сказать, юбилейная. Вот. До этого мы подняли 7 трехосечных блоков. Это уже третья ТНТ, которая поднята. Это уникальность данной операции в том, что длина нашего дока всего 62 метра. Вот. А длина судна 93 метра. Этот док, который делался, вот, при помощи которого мы поднимаем, его предполагалось делать только для подъема блоков. Вот. Но, тем не менее, нами разработана технология подъема вот этих вот удлиненных судов. Технология утверждена проектантом, согласована с ними. Если бы мы привлекали какие-то сторонние доки, то это бы стоило десятки миллионов. Нашему предприятию, а так мы как бы обходимся собственными средствами. В настоящее время, согласно этой целевой федеральной программы, мы должны до 2020 года все вот это вот наследие, которое плавает, поднять на сухой грунт, на площадку, сделать из них безопасную блок-упаковку. Эта блок-упаковка будет в закрытом виде хранится долгое время здесь у нас вот на площадках, вот абсолютно безопасно. Даже вот излучение от нее радиоактивное, если замерять, оно соответствует естественному фону.